Эстафету международного музыкального юношеского конкурса имени Чайковского год назад с триумфом прошедшего в Новосибирске принимает Астана. В следующем году в Казахстане будет проходить всемирная выставка «Экспо-2017». По предварительным подсчетам ее посетят свыше 5 миллионов человек. Главным событием культурной программы станет 10-й юбилейный конкурс. Его называют самым престижным состязанием юных дарований. Большое количество участников, их высокий исполнительский уровень и сложнейшие конкурсные программы. Авторитетное жюри традиционно определит лучших по трем номинациям – фортепиано, скрипка и виолончель. Но, по словам организаторов, в выигрыше остаются практически все конкурсанты. Очень скоро в этом конкурсе возникла своя стойкая традиция сопровождения, профессионального сопровождения талантливых детей, независимо от того, как они были отмечены в данный момент лауреатскими званиями. Поскольку завязываются контакты, возникают возможности пригласить на какое-то уже не конкурсное, а, скажем, в системе мастер-классов общения.